Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами я, Димитриус, и мы продолжаем проходить игру Batman Arkham City. Итак, мы уже наконец находимся в логове Крока, где мы и добудем наши драгоценные компоненты для нашего противоядия от Титана Джокера. Если вы еще помните... Плавучие платформы обеспечат поддержку, но Крок узнает, где я нахожусь по волнам на воде. Нужно двигаться как можно медленнее. И если вы помните из прошлой части, то Крок еще съел Крейна, который нас все время запугивал своим газом. Здесь нужно вести себя очень тихо, потому что если Крок нас услышит, то может нас поймать. Хотя еще мог быть такие моменты, что он может и сам появляться, правда? Есть такие моменты, где мы можем его малость задержать и убежать. Да. Если вы еще помните, то газ Крейна был очень сильным даже для Бэтмена. Хотя у него очень хорошо натренированный разум, и это ему помогло избегать безумия. Но теперь Крейна нет, поэтому у нас стало на одну проблему меньше. А вот и Крейн еще раз появился. О, мы нашли первую партию спор для противоядия. Проберка, которая находится слева, спор уже заполняется. Нужно найти еще. Правда, здесь спор недостаточно. Нет, мы идем не туда. Что там сказал, я не знаю. К сожалению, нам в этом жутковатом месте придется бродить долговато. Ну хотя бы найдем споры, как я уже и говорил. Вот он опять появился. Слава богу, у Бэтмена батаранг бесконечный, поэтому им мы можем швыряться когда захочешь и сколько захочешь. Теперь нам нужно идти еще дальше. Чем дальше мы идем, тем мы, соответственно, дальше от выхода. Так, а куда нам идти дальше? Наверное, туда. Ой, не туда, нет. Значит, тут туда. Вот и Крок, который нас никак не поймает. Здесь написано не входить. Но нам нужно войти, потому что иначе мы никак споры не добудем. Отлично, половина пробирки у нас уже есть. Надо пока еще не полная. Хотя до полной мы должны уже дойти скоро.
Интересное, конечно, место для сборища. А Крок уже использует свою новую фишку. Это уничтожает доски. По воде мы не проплывем, потому что он там может плыть и съесть нас. Ого, а до следующих спор еще 200 метров. Хотел нас поймать. Слава богу, у него это не вышло. Теперь нам нужно бежать. Ладно, побегали и хватит. Где он? Где он? А, вот. Вот он опять использует свой новый прием. Где он? А, вот он. Нам идти туда или нет? Да, туда. Только вот как тут войти? А куда бежать-то? А, так нам было идти не туда, а туда. Хорошо сказал. Спору мне достаточно. Нужно вернуться в пещеру и сделать противоядие. О, понимаю. Ты установил там гидроакустический маяк. Умно. Оракул, я убираюсь отсюда. А как же Крок? С ним проблем не будет. Хорошо было, если бы у нас от него проблем не было. А до выхода нам идти еще далеко. Почти 500 метров. Быстро у нас пойти не получится, так как здесь находится Крок. Куда-то я пошел, интересно. Где он? Опять не туда идем. Вот и скоро уже будет выход.
Вы это видели? Он был здесь. А если бы я его не заметил? Да сколько уже можно-то гоняться за нами? Все равно, что ты нас не догонишь. На этот раз он решил нас догнать окончательно и поэтому решил уничтожить все доски. Поэтому нам нужно скорее отсюда бежать. Хотя в этом нечи плюсы. Так мы быстрее доберемся до выхода. Ну что ж, от Крока мы сбежали. Но мы попали в ловушку. Теперь нас загнал в угол. Если вы заметите, то Бэтмен при выходе оставил за собой взрывчатый гель. А почему он не взорвался? Видимо, я что-то пропустил. Да, видимо, я что-то упустил. Но думаю, в этот раз проблем быть не должно. А теперь давайте ждать, пока взорвется пол. Пещера станет твоей могилой. Сейчас. Вот он и попался в ловушку. Да, видимо, гель не взорвался из-за того, что я нажал не на ту кнопку. Запутался малость. Ладно, спор мы уже добыли, а теперь давайте вернемся в нашу пещеру. Там мы сможем изготовить само противоядие. Вот и та разбитая дверь, где на нас Крок нападал. У нас есть один противник с оружием, а все остальные без оружия. Но это нам никогда не мешало. Вооруженного врага мы нейтрализовали. Остались остальные. Ну точнее, мы его нейтрализовали не до конца. А только задержали. Вы видели? Один из врагов хотел у нас что-то бросить. Я и правда уже забыл, что так. Смотреть не было времени. Вот и все. Думаю, ты тоже это ощутил. Растения сходят с ума. Сейсмическая активность зафиксирована во всех локациях. Это нехорошо. Ничего. Образцы у меня. Я возвращаюсь в пещеру. Нужно изготовить противоядие.
Хорошо, я бы поторопила тебя, но уверена, ты свое дело знаешь. Свяжись со мной из пещеры, если понадобится помощь. Да, растение клеща начинают дальше развиваться. С таким успехом они захватят весь остров. Мы нашли еще одни хроники Архима. Бесстыжие, лающие, словно бешеный пес. Я слушал, как он бахвалится. Мне казалось, что прошли дни. Он наслаждался, рассказывая о том, что сделал, перечисляя подробно свои безумные злодеяния. Жажду мести сменилась жалостью. Бедный пес нуждался в моей помощи. Сканировать и открыть. Пещера просканировала и открыла. Как дела с противоядием? Почти готово. Но это сложнее, чем я предполагал. Процесс крайне медленный. И в результате получается малое количество противоядия. А хорошие новости есть? Препарат точно остановит плюща. Кроме этого, возможно, он обратит трансформацию, вызванную Титаном. Я запрограммировал компьютер на дальнейшее производство. Но мне нужно вернуться к поискам плюща. Слава богу, ее растения уже добрались до реки Готэм. С ним все хорошо. Все хорошо. Вот только растение остановило производство нашего драгоценного противоядия. И, к сожалению, у нас есть только одна вакцина. Но, по крайней мере, это лучше, чем ничего. Может пригодиться на какой-нибудь экстренный случай. А у нас есть новый инструмент под названием Ультрабэткоготь. Он уже позволяет снимать не только решетки, но еще и слабые стены, которые есть, ну, точнее, которые находятся очень высоко на стене. Вот я вам сейчас это продемонстрирую. Красивый вид. У нас есть еще один трофей.
куда идти дальше, интересно? А, вот сюда. Я вас обманул, сюда. Знаете что, я пока тихонько уничтожу это растение, а потом пойду за плющом. Бэтмен, я смоделировала ситуацию, когда растения плюща забирают свои разумы, и подсчитала предполагаемый ущерб. Так далеко они не зайдут. Противоядие остановит и растения, и плюща. Надеюсь, ты прав. Я здесь, если понадоблюсь. Новая проблема. Что такое? Двуликий? Ридлер? Какой-нибудь гигантский робот Джокера? Боюсь, все намного сложнее. Я у главного коллектора. Похоже, он отравлен титаном. Зачем? Что он теперь задумал? Попробую разобраться. Действительно. Водичка зеленая. Это неспроста. Обнаружено 4 врага. Они там, на самом верху. Титан вызывает коррозию, но не должен испортить костюм. Что-нибудь выяснилось? Не знаю, как и сказать. Просто скажи. Джокер закачивает сюда отходы производства титана. По сути, это природный резервуар. Как только он наполнится, вся вода попадет в реку Готэм. Обычно это безопасно, но... Но сейчас там полно титана. Как мне остановить? Работаю над этим. Да. Джокер уже загрязнил реку. Значит, я отключу все. Что будет, если Титан доберется до Готэма? Не доберется. Значит, мы хотели остановить плюща, но должны. Решить другую жизненно важную проблему. Это очистить реку от отходов, которые оставил Джокер, когда изготавливал свой титан. У нас есть новое улучшение. Давайте его посмотрим. Может, давайте возьмем улучшение для детонатора, так как батаранг мы используем редко. Давайте же возьмем многочастный детонатор. Ку-
куда это мы пошли? Теперь у нас есть ультрабойцовость. Давайте же мы врагов просто спустим вниз. Вот и все, и никаких проблем. Слышно, слышно. Повеселюсь обязательно. Давайте уже идем очищать реку. А очистим реку мы таким образом. Мы просто прекратим подачу отходов в реку. Ничего себе! 7 вооруженных врагов. Покажусь обязательно. Слава богу, здесь уже на горгульях взрывчатки нет. Что ты делаешь? Двоих врагов мы уже нейтрализовали. Я слышу тебя, а ты меня слышишь? Ладно. Погоди, я пойду с тобой. Лучше не услышь меня. Потому что так мы сможем тихо тебя убить. Ну, не о многом. Адрес Бэтмена это очень сложно. Так что, получается, Джокер, что ты о многом просишь. Ладно, и вонь. Слава богу, на этот раз нас получается нейтрализовать вооруженных врагов очень тихо. Подождем, пока они все разделятся. Потому что всех сразу у нас нейтрализовать не получится. Если мы хотим это сделать тихо. Ну, этих двоих давайте мы одолеем по-другому.
Это ж все-таки уже двое осталось, а не пять или шесть. Мне не хочется. Так, а теперь давайте уже найдем щит, который способен остановить выход. Отход. Думаю, это он должен быть. И опять же, он взламывается в три этапа только. Давайте уже мы этих два насоса остановим. Ого, а тут скорее всего пришло маленькое подкрепление для наших вооруженных врагов. Правда, подкреплением это сложно назвать, так как для Бэтмена два врага это ничего. Давайте посмотрим, что находится там. А потом что было? Перевернул его вверх ногами и все кишки ему отбил. На парня было страшно смотреть. Да, это Бэтмен. Давайте мы и все-таки отключу режим детектива, чтобы увидеть, кто с ножом, а кто с электрошокером. Ну что это такое? Фу, слава богу, успел. Ну что ты? Ну такого мне еще никогда не было. Кто-нибудь помогите мышке, малышке подняться. А потом что было? Ну, ладно. Я уже поражение не допущу. Харли ты уже не позовешь, так как она в камере.
Фух, это было опасно. Так трудно еще никогда не было. Слава богу, здесь уже нет щита, который взламывается в три этапа. Оракул, второй насос отключен. Остался последний. И скорее всего это вот этот насос и есть. Третий насос отключен. Я возвращаюсь на поверхность. Нужно найти плюща. Сообщи, если что-нибудь понадобится. Вот и очередной подарок от Джокера. Если честно, мне эти челюсти уже мало поднадоели. А вам? Напишите об этом в комментариях. Вот нас заманили в еще одну ловушку. Ладно, приму это знак твоего недовольствия. Ну и где он? Вот, наверное, это знак и есть. Только один монстр и все. У нас еще и, оказывается, есть враги. Давайте же мы этих врагов просто раскидаем этим монстром. Ну и пока все. Как говорится, любит кататься, люби и саночки носить. Сейчас мы поносим и опять покатаемся. Ну дали мне спокойно убить этого врага. А вот у нас еще гости. Вот он уже сильно разозлился. Ну что это такое? Дай мне спокойно оглушить. Вот мы сейчас опять покатаемся. Еще враги? Ну сколько их можно, а? Thank you.
Так, хорошо, он об электричество ударился. Кому ему интересно будет больно? Ну это уже не смешно. Я говорю, не смешно. Ну ладно, осталось только он и все. Здесь мы, слава богу, уже закончили. Ладно, я думаю, я пока на этом тоже закончу. Всем спасибо, кто посмотрел это мое видео. Надеюсь, оно вам помогло. Хотя, согласен, здесь было у меня парочку провалов. Ну, думаю, что это не так уж и страшно. Всем еще раз большое спасибо, удачи и пока.